если наш законодатель будет продолжать упорствовать и не признавать в судах доказательства, добытые при помощи технических средств, кинопленки, видео и магнитофонной записи. Не грех прислушаться к мнению видных юристов западных стран, которые считают, что основной упор необходимо делать на оперативное и техническое проникновение в уголовное. Второе предложение. Вносится такое предложение. Образовать при Комитете Верховного Совета по вопросам законодательства